Что-то Лиладзе. Значит, я вижу, у вас пополняется число плакатов. Что у вас нового? Какие еще плакаты появились? Добавляются, да. Добавляются новые работы. Каждая манифестация, экспозиция, когда происходит, когда я устраиваю, добавляю, еще добавляю. Ну, стараюсь. Ну давайте, какие у вас? Да, новые? Я могу показать новую работу. Это новая Берлинская стена, да, вот которая перед вами. Ну, да, Берлинская бетонная стена, что Советский Союз построил, уже его нету, но зато построили новую стену с канистрами, то есть подают нефть и заставляют европейцев замолчать. Вот это. И вот эта новая работа на фоне эмблема этого самого Берлина. Да. И как вот сейчас реагируют депутаты ассамблеи, которые проходят мимо, что они говорят? Слава Богу, что мы живем в таком городе, что Страсбург, это столица Европы, это где есть Европарламент, где есть Евросоюз, защита права человека, организация. И мы можем дать знать в Европе, что происходит и в Молдавии, и в Грузии. Слава Богу, что это у нас есть такая возможность. Да? И мы находимся в вакууме, не находимся в вакууме информации. Мы можем свободно дать знать европейцам, что происходит. Все депутаты смотрят, и российские, и грузинские, и молдавские. И все их стран, европейских стран, депутаты все смотрят, все они смотрят. И слава Богу, что это нам удается. Я за, что Молдавия вошла в НАТО и Молдавия вошла в Европарламент. Вот это уже спасение Молдавии, это я в этом уверен. Я вам даю гарантию, что это ваш единственный путь, чтобы спасение от русского нападения и от русской оккупации.